Что поиграть, Ведьмака или RDR 2? Там Кару еще есть. У Ведьмака лучше. И все, я уже абулу взял. Размах тоже здесь. С ума не могу. Блять, абулу еще, сука. Постоянно, когда тебе беру замены, блядь, ты тут лить нахуй, то валяешься где-то, дохнешь, блядь. Почему ты сразу не можешь быть готовым? Вот, блядь, уже второй раз такая херня. Беру тебя в рейд, ты, блядь, где-то тусуешься, хуй пойми где. Его пиздят. Я вышел в рейде, ой, в рейде, в РБК из пати, блядь, и остался там, нахуй. Потому что ты в рейде был. Что, ты сейчас не реснишься? Нет, я, блядь, в клаке мертвый стою. Вернулся на кладбище, нажми. Да, попробуем. Нажал. Вызвал шоу. Да, все, меня рехнуло. Все, давай еще раз. Явно просто. Это сирот, все нормально. Это друг Гудлика. Кто, блядь? Блядь, фу, не говори таких имен, блядь. Давай, сочи на пул. Забав. Так, сейчас оставлю метки. Кто там у нас? А, у них уже два кастера. Так, на, вот, вот еще ты теряешь. Ой, контролишь, короче, Гудлик вместе с Фадифюриком. Вот ваша луна. Так, печенька. И кто у них там, Декази там спрятался. Рога. Так, маг у нас крест. У меня вот сейчас такой неловкий вопрос. А почему мы сейчас не можем сделать цепочку с ДК, 4 раза грипнуть рогу и ебануть его в углу? С иглы. Потому что без авар будет типа слева, там потому что ушку. Бежит у тебя первый ДК, грипает, а второй бежит к нему, грипает второго, а на первого уже бегут остальные. Чем бы тогда? Смойте абулу, блядь. Так у нас 4 ДК, 4. Мы затащим его, блядь, Маздину в кучу, блядь, я басы. У вас, чтобы вы понимали, все агрится на донта сразу. Донт отпадает, у вас 3 гриппа есть. Сейчас, блядь, разгриппаем, это нормально. Сейчас где там кого кастера ближнего? Можно рогу, кстати, вытянуть, попробовать. Что, давай на ДК зайду, заебись, блядь, 5 гриппа. Не надо. Не надо, у нас бэров нет больше. СССР раскиньте. Ну, рог полный, блядь. У него только куча по факту есть, и все. По порошочку дайте тоже СС, вот он постоянно ложит. Так, рыбка есть где-то, стоит? Сожрали, по-моему. Затыкали, по-моему. Пальцами. Да похуй уже на трубу. Давайте вообще на пол. Нет, а, по, с, как с, бьем? По идеальному кто дал? Бьем, сейчас, значит, это самое. А, нет, врываемся мы с донтом, опять же. Дуат, бежишь в центр, вытягиваешь, не знаю, там, можешь крест, либо ромбик там. Можешь череп, можешь. Без разницы. Кто-то будет ближе, того тяни. И потом другие гриппа, ДКшки гриппаете, и все. Потом выбегает идеально, и ты начинаешь катить идеальных. Поставить тактики. Все. И после того, как идеально вышел, порошочек идет садиться на рейд, а оптик остается хилить идеального. Давайте ты варкан сверху. Давай. Да, блядь, будь во фросте, пизду, поконтролишь, если что. Донт готов, Владик? Все, все готовы, ДБМ подключаю. Поехали. Все, дуат, вытягивай кого-нибудь. Кого видишь. Угу, все. Вытягивайте, вытягивайте дальше. Блять, вытяните еще ДК, другие грипп. Порошочек вставай. Все, они на вас пошли, нормально. Все, раз контролили. Блять, а почему, сука, не хапалов уничтожают? Мне больше мать нахуй. Я могу загрипить, подбашьте его уже. Нахуй так близко стоите, блядь. Ну палатину. Ну, встаньте вы подальше чуть-чуть. Вы же тестили, блядь, ваши частицы ебучие эти, блядь. Блять, падайте. Независимо от того, далеко я буду стоять, все равно побегут на меня. Можно падать уже. Падайте, подойдите в клоку, подойдите. Да, вот вы нахуй вы контролите, сейчас, когда мы уже вайпаемся, что вы, блядь, делаете? Вы что, кайф время тянуть?
А что если они вот грипнут, да, 4 ДКшника нам одного моба, а сами при этом пойдут к вам? Все 4 они... пойдут к тебе, к Бьорну. И по КД уже, когда откадешься, они будут к тебе тянуть назад мобов. РДДшников. Не надо придумать велосипед, давайте одной тактике придерживаться. Так это не велосипед, я просто спросил. Блять, ну вот есть? Это, если честно, как-то беспонтово. Ну, даже типа вот, как, что должно произойти, чтобы, блядь, она сработала? Может, начнем с того, что даже гриппы, блядь, неудачно раздали. Оковы есть у 4 ДК. А как это самый приз сразу вырвался, не понимаю. Вот они бегут. А витринка вроде есть, или что такое? Нет, приз просто его гриппанули, и он, блядь, сразу оказался, опять же. А, не гриппнулся он? Блядь. Ладно, сейчас по-другому сделаем, по-хитрому, чтобы они, чтобы кастеры пошли на нас. Значит, какой-нибудь сейчас зорки, опять же, ты подойдешь ближе к центру и свалишь обратно в рейд, чтобы они к нам пошли, именно ДДшники. А миников мы я застанем в этот момент. Пробуем так тогда. Мы по-любому разделяем их. Да, взять это по-любому надо. Надо, чтобы РДДшники были у нас. Если мы там оставим РДДшников в танках, мы охуеем, мы сами сдохнем. Хапалы, стойте, блин, где-нибудь... Вот здесь печенька стоит. Тут очень близко не подходите. Так, у нас сова теперь у них. Сову надо будет контролить. Так, дальше квадрат. Печенька. Есть. 300 баф. Ромбик. Ставлю рыбу, у меня закончилось. Все, кушайте рыбу, поставили. Так, зорки, выйдешь ближе к центру. Смотри, чтобы там на тебя паровочку сагрились. Дуат первый вытягивает, второй хрипат, и третий акула. Сейчас потестим так тогда. Попытки еще у нас есть. Давайте вообще на пул. 300 баф есть, лапа есть. Всех готов, я много еще. Один смак. Крест. Кстати, ребята, может мы ДКшника сразу какого-нибудь поставим, дуата того же, в центр, чтобы он сразу, прям как только ты спулил, сразу кого-то одного гриппал и дальше по цепочке. Потому что, бля, очень долго, очень да, много времени. Тут по цепочке прямо. Пока один, ДКшник от ворот добежал до центра, это минут, секунду. Сейчас выстроят ДК. Значит, поставим дуата, за ним хрипатого и там еще кого-то. Если там просто не какие-то милики, ну, допустим, у того же дуата пойдут, дуат просто с нами будет оставаться и все. И обратно не уходить. Я скажу, конечно, чтобы зорки забасил их, они выйдут ближе к центру, и там дуат начнут грипать. Все, все готовы, добьем пол. Вот, один. 4, 3, 2, 1. Поехали. Зорки давай, ближе к центру. О, кто-то пошел в центр. Зорки, выходи, выходи. Ну нахуй ты грипнул нам вот этого. Ой, блин. Все, они сагрились. Хорошо, зорки обратно, кайте. Все, сейчас. Умел, другие. Посоветуйте, да? Давайте. Плохо, кого тянуть там, невр, команда. Так, мобы на мне сидят. Меня сейчас хитите, меня сейчас хитите меня. Угу. Идеально останься там пока. Назад, оптик, отойди. Зорба прохил, блядь. Контрольте, сука, мобов нахуй, чтобы они, блядь, не стреляли. Просто расконтролите. Геру. Расконтролили мобов. Води Фьюри, БР Зоркова. Блять! Да сука, законтрольте мага нахуй, ёб вашу мать, блять! Так он же в эфире бегает. Как? В чердецкий обстрел, ты чё это, блять? Он убежал от нас. Он к тебе бежит. Контрольте мага, продолжайте контролить его. Трусы в рейд пошёл, идеальный. Блять, нахуй ты вышел. Спальните, ну что он же? Бегай. И маг еще. Маг еще, блядь. Мага законтрольте. Не будь. Крест. По кому играем дальше? В крест играйте. Бейте крест.
Или луну бейте, там похуй, луну бейте, добивайте. Фигните кто-нибудь, ну фигните. Крест. Диспел, дайте ему диспел. Давайте по ружке, наверное. В крест играйте, в крест притянуть рейд. В рейд притянуть. По кресту играем. Так, у нас бэров больше нету. Блять. Идеально упал, заебись нахуй. Но там грипп, если бы не грипп, он дальше бегал. Да. Контрольте ДКшку, ДКшку контрольте. Сейчас я ворот иду попробую. ДК, донт отводи, отдохну. Блять, ДКшку отгрипайте, квадратик отгрипайте ко мне. Кто-нибудь. Алмерия, кайте на тебя смотрит. Ковароваджи на тебя смотрит, смотри аккуратно, вар. Кайте его, просто кайте. ДК на дреща смотрит. Дуат на Рубик сядь без боемкости. Спали на тебя смотрит. Оковы киньте, блядь, сука, квадрату после гриппа. Сразу оковы давайте. Контролы раздаем. Масферы. Ай, сука, это пиздец просто, блядь. Ну сейчас уже более-менее нормально, кстати, уже. Катите вара, катим, главное. Вихрь давайте, там, бридил. Блять, может ДКшку нахуй захуярить первого, чтобы, блядь, не гриппал. Я не мешаю. Бегает танк, бегает. Я просто не понимаю, вот, блядь, как у нас слетают контроли, блядь, трапы, шаклы и всякая хуйня, блядь, вы заебали, уешь, ребят. Может, они диспелят? Они диспелят, они диспелят, но... Они так не диспелят. Да, вот только там, блядь, тычка, блядь, откровенно летела. А почему мобы бьют сначала с самого того, у которого меньше хп и меньше брони? Почему так придумали, интересно? Что они гладиаторы. Три к рейтинга. Потому что ткань первая. Шерен колодцы. Пока мы расставляемся, они уже все просчитали, кто кого бьет, кто кого контролит, кто кого гриппает. По-моему, они первого донта бьют вообще в любом случае. Да, они донта сразу начинают пиздить. Может быть, 5 минут бью? Там уже ФК шли уже. Давайте уже до конца уже досидим, 15 минут осталось до РТ. Ради посыпать. Я бутылку беру с собой на РТ. Это как я видео на Ютубе прикол был. Давайте тогда перекур 2 минуты и до 20:40, 20:40 разойдемся. Все, идите поставим в кашу. Разойтись, а вы че? Не-не-не. 20:40 разойдем туда. Если мы 2 минуты покурим? Да. Короче, это 12. Думала, нахуй. Вот давай, Бер, сейчас попробуем. 15 минут осталось. Что ты хочешь попробовать? Ну, чтобы ты пошел с хилами, откуда мы заходили в Уинс, а мы сейчас в 3 цепочке, грипп не мог говорить, потому что он стоит с краю. Так, блин, сейчас идеально все. Блин, понимаешь, они сейчас на донта сагрятся. Не знаю, почему на него агрятся. Ну, так пусть донт с левой стороны заходит, и на него все бегут. А мы ебнем маг. Вот он с краю стоит прямо идеально. Какая? Кого хочешь, мага вытянуть? Да. Потому что я в 20к брони, в анхоле стойки и в полу ДД-шмоте вместе с тобой туда захожу. Так, короче, когда мага в рейд притягивает, сразу стану ему давайте. Чтобы он, блядь, не себался. Станы герою все и хуя. Так, ну у них там, у них, так, вижу починка. А ты хп побольше одень, может так лучше будет? И у мага 75,7, да, мы в типа жизни мало. Да, блядь, есть. Только, сука, контрольте нахуй, пожалуйста, ханта тогда, если будете мага играть. Значит, ДКшки, дуат, стань немножко правее тогда. Вот, будешь крест вытягивать. Первый дуат, второй хрипат и третий абула. По цепочку. Ты отсюда вот встанешь туда, когда я пульнул. Где-нибудь здесь вот встанешь. Влад, слышишь меня? Да, слышу. Притянуть крест. Да, крест притягиваешь, потом с тебя хрипаты, а потом его было. Алмерия сказала вроде как все, и что берите кару. Вон в чате, видите? Кто? Да, давай да, еще Алмерия. До 11.
Давай еще один трай тогда. Даже последний сделаем фатально, и все. Наверное, вставать. На полдень что? На воскресенье останем. Да уже один трай сделаем, господи. СС раскиньте по идеальному там дайте обязательно. Идеально идешь кайтить только по команде тогда. Лучше так сделаем. Они просто на мне сидели хорошо очень, и ты подошел, и они на тебя переключились. Че, Ламерию не пойдет, что ли, на один трай? Бля. Кто на контроле, Лео? Зашел. А, зашло. А Ламерия, есть еще время на один трай? Ламерия. Да, на автобус. На тут. Все, один трай, есть время. Все, мы последний трай делаем, дорож сделаем. На воскресенье оставим, не буду вас мучить. Так, так, забафали Элмирио. Че на пол? Мы же тогда, когда убивали, у нас вообще пул какой-то кривой получился. Так тебя же не было. Я был. На воскресенье будем, если что, просто... Как вот трагедия, которую когда скинул, убили блядь. Первого лока. Просто его, блядь, он шотается. Да, не в локе дело. Да не в локе дело, понимаете? Просто, блядь, люди попадали. Надо просто первого быстро забить. Люди и что теряют. Дальше? Ну хорошо, мы вот на предыдущем трае мы залили двух, одного моба, и что дальше? Мы не забили быстро. Мы убили его спустя полторы часа. Геру дали вообще хуй пойми когда. Типа Геру нас да, сразу же, когда всех толки. Встаньте. Так, ребята, давайте на эту сторону перейдем. Мы отсюда будем начинать бить. А два справа будут притягивать крест. Отсюда начнем. А туда. Вы, то вы все куда побежали? Куда? А вы в решетку там, либо в щит тут прийти, ну, зажмитесь. Вам туда-сюда нужно становиться под щит. Угу. Вот в квадрате туда вот стойте тут вот. Только ты залетай с моста, давай тогда уже. Ну я сразу, конечно. Все, давайте, чинок. Абула, иди за дуатом стань. За ним крипа. На дон то кинчести. Крипа, ты второй грипает. Крипа, ты за дуатом стань, пожалуйста. Чтобы сразу грипнул его. Абула готов? Да, да. Абула третий дает фрейд. Грип. Все, все готовы, добавим пол. Два сначала я начинаю бой, потом ты грипаешь. Грип. Все, Геру. Ой, как хорошо. Луна пошла в рейд. Череп контрол, луну контрол. Ромбик тоже там сядет на меня подсбегает. Все, контрольте, просто контрольте. И башьте. Сука. Сука, Грим, блядь, кто такой нахуй? Почему, сука, он убивает, блядь? Контрольте, так. Блядь, ебаную ружку, блядь. Закиньте его в вихрь, ты ничего не будет делать, сейчас расстреляет всех. Дон, притяни кого-нибудь, череп, блядь, притяни и законтрольте там его нахуй. Потом в череп играем под следующую цель. А, ты у нас Рогов вижу. Диспел по Алмерии, масс диспел. Потом в тусы играйте. Дон-то прохиливайте, держите там. Порошок, ты в рейде уже, да? Угу. Все. Дон, тебя не бьют, уходи отсюда, иди дальше, там, в рейд помогай. Дон, тебя не бьют, иди в рейд. Идеальные трусы забрал на себя. Все хорошо. Убили череп, нет? Почти. Все, по трусам играем, по трусам. Трусы он вводит идеально. Череп, играешь? В череп есть куда, череп. Фулл ДПС по черепу. Ближе к нам не подходите к миликам. Зоркого прохил. Зорку боб. Боб зоркому. Я боб. Грипните, череп сейчас под щит альянса. Попробуйте. Сове, дайте контроль. Луна. Ромб тоже контроль. Ромбик, да, сядь на ромбик, позбивай костюма. Они на зоркого смотрят, сядьте ромбик. Дайте сакру по зоркому. Шаман хилит. Без метки. Шамана, сферните там.
Я стан сейчас дам ему. Я дал стан. Идеально, не подходи к нам близко очень. Хулипал хилит стоит. Локу сбейте, каст. Помощи. Шаману дайте контроль или кто-нибудь посидите на нем, посбивайте косты, хилит. Я позбиваю. Угу. А там уже расконтролили. Все, 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 у него эфир есть. Не трогайте лок, пусть там косты. Следующая цель будет луна. Курсы пообновляли. Шаман там поставь. На... Ферните пол, у меня Демейшинг начал. Сове, дайте контроль какой-нибудь, бьет сильно очень. Алмири с Шиниманом. Куда? Вади Бьюри, дай Бэр по Алмири. Дон, грипни ДКшку от меня. Уржите таргет. Прохил, 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 Бёрдман, блядь. Да, сейчас, сейчас. Лока, давайте. Крипните, да. Рейд. Лока, ромбик, 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 ромбик. Ромбик, ромбик, играйте. Посидите кто-нибудь на сове, позбивайте косты. Дуат, посиди, пожалуйста, на нем. Он, ну, вон, да, такая сидит. Ой. Войт, кинь сове, блядь, вихри. Посаживайся, так. Сейчас помоги. По оптику надо иннер дать. Дайте оптик свой иннер. Залейте гимн на ману. Все, играйте спокойно. Шаману обновить эфир. Приз стоит, хилит щиты на хит. Нам нужно идеально освободить. Идеально потом трусы сыграйте после ромбика. Скажите, когда ромбик убьете. Прохил Бёрна, прохил Бёрна, Бёрна, прохил. Да, я вижу. Ману регени. Ну, так поприятнее немного. Добивайте потом сову. Нет, играйте в... Идеально освободить надо. Ну, трусы освободить. Идеально, чтоб хилил. Играйте сейчас, да, трусы, трусы. Нормально, да, нормально, нормально. У нас, блядь, меня хуёво, мне там шложит, бывает. Я-то рядом стою. Я ты кашку забрал себе. Нормально. Хорошо, бейте тогда луну туда, бейте. После луны заберем и все, это последний этот, кто в рейде. Можете хило потом раздамажить, чтобы там проще было. Не, маны нет. Сейчас тут дон. Так, 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 я иду, 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 иду. Пострахуй дон, дон, на дон сейчас будет. Все, я хилю, я хилю, я хилю, все. Регень ману, стой на месте. Не, не хиль вообще, просто отрегень под клятвой. Все, у меня иннер его ебанул. Может дальше Все, луну добиваем, потом... Рога сорвался, давайте в рогу. В рогу играйте, трусы и убейте. Кайте, кайте, арти рогу. Добейте только. Рогу киньте там, не знаю, в корни киньте рогу. А он все, он фере ходит нормально. А кудлика есть поднять? Не надо, уже так добьем. Я там сейчас стану. На следующее КД ставим БР. Все, рога на мне дальше. Рог, я рогу дальше увожу. Эти ДК так больно бьет. Да, ДК очень сильно бьет. Все, грипайте трусы, ДКшки. Идеально, подводи. Да, давайте шамана уже добьем. Играйте шамана, гуляй там с ним пока. А, ну ладно. Быстрее одного хила добьем, будет проще. Да, эта тактика хороша. Чем так сразу не сделали. Можете спасибо мне сказать. Спасибо. А вы понимаете то, что это уже второй раз, когда последний пул, и мы убиваем? Да, уже все на дизморале, так я все делаю последний трай и эру. Да. А вы понимаете, что... Не, вообще-то мы изначально... О, вот, я хотел по той тактике бить. Изначально. Гудлик, гудлик вставай. Тактика та же. Идеально, идеально, идеально. Гудлик вставай. Гудлик вставай. Я сейчас стан ему дам. А, все, ему фир дали. А трусы убили его, нет? Нет, 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 шаманы играют. Сейчас хилу захуярим. Все, играйте в рогу, играйте в рогу сейчас. Да, в рогу, в рогу, в рогу. Грипайте его. Он больше не бегал. Стан ему дал его убить. Что, Валика сейчас убьем или потом оставим? Сейчас, нет, давай, нет, сейчас. Давай сейчас убьем. А, конечно. Куда нет, мне, у тебя хотя бы трай. Какое? Хотя бы трай. У вас ну, люди... Нет, давай лучше свежим, потому что у нас может шанс получится 25 попыток, шипухи-пухи. Проголосуем, да, и все. Какой голосуем? У вас Алмерия сейчас заходит, а у вас там еще люди писали, что спать. Я планирую. Тоже пойду спать.
Ну, как раз у тебя закончилось, 23-30, все. Я просто спросил. Ой-ой, я что-то урона там много. Это от Роги, что ли, блядь? Да, это вихрь. Охуеть. Киньте ему дизарм там, Варен. Стан пропишите. Блядь, чем... Блядь, надо переработать еще эту тактику. Это тоже тактика такая, больше... В смысле, слабых. Человеческая. Не на 50 на 50. Она халявная получилась, честно скажу. Это... Ну, если стоит ДДшник, ну, с крайней, ты угрипаешь, верите, что делаешь. Что ты, ну, как ты по-другому сделаешь? Играйте в приставку, Ив. Просто попробовать, как по видео, просто кайтить их еще нахуй, этих фемеликов. Там, контролить ДКшку того же самого. Посмотрим. Меня так и так контролишь, но ты, типа, первого быстро убиваешь за счет того, что он один рейдит. Посмотрите те же самые стримы Экзалта, да, в те же самые стримы КГВП, ой, господи, КГВП Мордоров и, ну, Нотингов, я не помню, там есть стрим или нет. Все убивают так, что стоят в решеточке, и когда доходит до середины, сдается грипп. И все спокойно убивается. А вот сейчас изменение в тактике было в том, что, блядь, просто... Мы, блядь, затуннелили первый таргет, когда там попал. Все. А так изменили. И у нас два танка не упали. Да. Да, у нас два танка не упали. Ну, у нас сразу... Это не от гриппов было, зависящее. А сколько у нас было донт миликов? Три или сколько? А, три милика было. У нас был Рога. Рога, кстати, вот ушел сразу, вам гулять. Просто двух миликов держали, и все. Да, господи, ребята, неправда по одной цели играют, я вам говорю про грипп, это не грипп, здесь что-то спасли вас. Здесь просто так же пришел один таргет, мы его один таргет добили, все. Грипп не, ну, вместо мага мог бы показаться хант то же самое. Гриппайте ДКшку. Да, Донт, иди веди ДКшку. Нам нужен десерт, Донт. Да два тела, че вы боите? Да ну их нахуй, бля, сейчас они расшутаются. Ты че, ДК там были жесткие. Куда ты кера дать? Через 40 секунд. Да, Гер, дай для павших все равно у нас. 40 секунд, подожди, куда? 40 секунд, все. А, все, понял. Умеренный воин пошел. А умеренный на тебя пошел. Корни кидайте, товар. Давай, Гудлик, умри еще. Радуюсь, что убиваем хотя бы. Блять, еще 50 до 50, там еще далековато. Блин. Конечно, после пару нерфов точно убьем. Не, первый нерф будет, будем убивать спокойно это все. Не, мы сейчас можем убить. Мы и на Бурака сможем, я думаю, убить, если мы, я, ну, вобью. На 50-50 я еще. Бля, такое чувство, что реально, нахуй, ачивку купили просто. Это вот, блядь, 50 на 50. Ну, блядь, я думаю... По-любому купили, блядь, я говорю. А? По-любому купили. Конечно. Но Нотинги тоже убили, и что? Они тоже только Анаги закрыла. Это две. Нотинг, Тусей тоже закрыли. Из великого крестоносца вообще говорю. Все остальные чеки — это мусор. Я про 50 на 50 имею в виду. 50 на 50 они закрыли. О, нихуя себе. Вон мы тогда ходили, помнишь, Донт? На этого. Рева не убили, и дисконт был там несколько процентов осталось. Ну да, кстати. Нам шмот раздали, короче, рандомно. Какие три 50 на 50 закрывают? Ну, три не знаю, две точно. Nothing to say и Exalted. Ой, такое. Неужели, Вовброгац. И какого-то кастера. Со спиной. Ой, тоже. Я без нихуя гуляю, нормально. Ну тут Вовбро просто врывается с приором бешеным. ГЦ, о, ГЦ. Еще. Сейчас еще больше. 800 точек. С этого не падало. Тут бич может первый стать, конечно, за Мунару. Кастера. Гудлик. Нет, ну нахуй там, блядь, дрищ нахуй пойдет, все. Блядь, теперь аренить надо идти. Да что, ты десятку лать не будешь? Трофей порол. Оп, все, ты все, все, блядь, трофей рубишь. Тебе нахуй здесь только мало. Донт, стой, не начисляй пока ИП, я сейчас я всех замену зазову, блядь.
Подождем 2 минутки. Можете офаться, но не ливайте, пожалуйста. А что, мы валик не идем? Нет. Тогда топор мне отдайте, на БГ бегать буду. Ну кого, бро, какие у тебя пухи теперь? Нару. Топоры, нару теперь, да. А теперь... Ну, меч, труды меняю, но топор. Мы убили, потому что Абу с нами был. Абула, сказал, я себе Абулу на зверях с первого трая убили меня. Все, Абулу в следующий раз возьмем. Абулу талисманова надо брать. Талисман, да. Второй по ДПС, смотри, на чемпах. Пацан ебашит. Он в РВК тренировался там, блядь. Сколько моров дал этот парень? Моров. Всего 13 моров. Лол, блядь, 3 промах, 10 иммунитет, блядь. Ты видел? 3 промах, 10 иммунитет. Да, накидывай ИП, я Размусу потом отдельно написал, что он ДКшки сейчас может. Да-да, я тут, я просто спать. Вот, флашинг зашел. Все, можешь и подавать. А, стоп, шмана кикнуть надо. Получается, что ноль. Получается, красавчик. Ну, на этом КД мы уже получше. Больше попыток, меньше попыток использовали. Да его еще ветром я тоже почти не бил. На следующем КД уже будем уже пытаться уже делать лучший результат. Ничего, когда ЦЛК закроем, будем 50 на 50 делать. Нет, почему можем сейчас сделать? Блять, у нас чем, мне чемпов надо точить еще больше, блять. Мне нравится, как мы бьем все равно их. Это халява получилась, мне кажется. Опять? Две халявы не бывает. Да нет, это не халява была. Но мне первая, кажется, халява была. Мне кажется, вот это уже нет. Уже не это уже не халява, сейчас хорошо.